Новым начальником омской полиции станет астраханец Леонид Коломиец. Он возглавит областное управление МВД с начала следующего года. О назначении сообщают некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники. Ранее Леонид Коломиец работал заместителем начальника управления МВД России по Астраханской области. Напомню, 2 июня этого года прежнего руководителя омской полиции Юрия Томчка отправили в отставку. Сейчас его обязанности временно исполняет Любовь Аксенова. Отмечу, что в самом ведомстве информацию о новом назначении не подтверждают, но и не опровергают.